Редакция «Телеэкспресс» представляет новости нашего города. В студии Ольга Попова. Здравствуйте. И коротко о некоторых темах выпуска. Нет коротким юбкам и джинсам. В Муравленко родители и педагоги готовятся к введению школьной формы. Кадровые перестановки продолжаются. В «Газпромнефть» Муравленко назначен новый руководитель службы безопасности предприятия. И медовый спас. Сегодня православные верующие идут в храмы и церкви, чтобы осветить мед. 1 сентября с началом нового учебного года вступает в силу и новый закон об образовании. Одна из его норм предписывает, что ученики должны приходить в школу в соответствующем виде. Иными словами, в единой школьной форме. Эрнест Бавшин выяснял, кто должен определять требования к внешнему виду учеников. Решение о введении школьной формы было принято на уровне Министерства образования довольно поздно, в мае текущего года. И родители, и специалисты регионального и муниципального уровней не успели детально проработать этот вопрос. Поэтому понятно, что та работа, которая проводилась в такие короткие, краткие сроки, она, наверное, не до конца была проведена. Но что хорошо, это то, что требования не являются жесткими. И если родители не успели порешать вопрос о том, в какой форме должен прийти их ребенок в школу, то есть возможность решать ее в начале года. Решить, в какой форме будут ходить дети в школу, должны сами родители совместно с педагогической общественностью каждой конкретной школы. Ни управление образования, ни департамент или министерство не вправе навязывать в этом вопросе свои условия. И когда вы задаете вопросы о том, где нужно купить форму, мы, к сожалению, не можем ответить на эти вопросы, потому что мы не можем знать в каждом классе, какая форма была принята и какой цветовой гаммы. Это просто невозможно сделать. Достоверно известно, что у Муравленко есть школы, где прошли собрания родителей и педагогов, на которых определили и цвет, и вид формы. Некоторые даже заказали ее. Но вот увидеть и оценить внешний вид учеников можно будет на торжественной линейке 1 сентября или после начала учебного года. Кроме единой формы, предъявляются требования и к внешнему виду учащегося. Так, прическа должна быть аккуратной и соответствовать деловому стилю. Девушки-старшеклассницы не смогут носить в школу обувь на каблуке выше 5 см. А вот спортивную одежду и обувь разрешат надевать исключительно на спортивные занятия. Эрнест Бавшин, Вадим Братчик, новости нашего города. А что думают по этому поводу муравленковцы? Нужна ли единая школьная форма в образовательных учреждениях? Или стоит оставить все как есть? Мы выяснили в ходе опроса. У меня дочка уже во второй класс пойдет, поэтому в прошлом году она шла в первый класс, я купила ей школьную форму. И она ходила в школьной форме весь год. Я как бы за, да. Мне нравится. А у вас не проходило собрание в школе, где вы определяли, как должен выглядеть весь класс? Ну да, было. Говорили, что должна быть единая школьная форма. Ну, конечно, да, я согласна, почему нет? Когда все дети одинаковые, нет разделения вот этих социальных и все такое. Но вы к какому-то консенсусу пришли с другими родителями? Будете делать в классе единую форму? Ну да, конечно. Да. А где заказывать будете? Еще не определились? Еще нет. Ждем. Нужно. Мы учились, были в школьной форме, было это все порядочно, прилично, смотрелось хорошо. А так дети одеваются кто как, по-разному. Один побогаче, один победнее, и все это как-то некрасиво. Нет, нужна. Дети должны в одинаковой форме ходить, потому что мы тоже ходили в этой школьной форме. Я не знаю, сейчас не разберешься, где учительница, где ученик, блин. И учительница должна ходить тоже в этой же школьной форме. Вот так вот. Ясно. А у вас уже школьник или нет? Нет, там 5 лет только. Ага, 5 лет. Нет, у меня старшая дочка, она учится в третьей школе, и мы за школьную форму. У вас было какое-то собрание в школе, где вы решали, какая должна быть форма? Да, у нас было в мае месяце. Угу. Но сейчас тоже будем еще собираться в августе. То есть пока вы еще не определили, да? Определились, но со светом еще нет. Мы как бы заказывали уже. Ага, а где заказывали? Вот Норд. Я, конечно, за школьную форму, но, опять-таки, так вот резко вот это все ввели, вот как-то не постепенно вот. У нас, как сказать, ее, во-первых, пока особо-то негде и приобрести-то, эту форму. Я считаю, сначала нужно было ввести, некие стандарты, да? Ну да, как-то вот определенно, потому что вот в одной школе один цвет, в другой школе другой цвет. Например, я своего ребенка вдруг буду переводить в другую школу, получили квартиру, переходим.
там уже как бы идет другой цвет, а уже как бы приобретать новую форму мне нужно. Ну, вот. Ну, вы в школе не собирались с родителями, не решали этот вопрос? Не, ну, конечно, мы собирались, решали этот вопрос, как бы, ну, как сказать. Но пока не пришли, да, наверное, к единому мнению? Совсем к единому нет, решили только у нас как цвет вот. А так, чтобы уже конкретно была там юбки или платье, вот мы как бы особо как бы не решили, кто как. Угу. Главное, цвет вот у нас синий вот в школе в пятой вели, вот и ищем, ходим, синий цвет. А там уже видно будет, как и что. Сборы ребенка к школе – это всегда хлопотное дело. Как с этим справляются муравленковцы и в какую сумму выльется поход по магазинам в преддверии сентября, узнавала Татьяна Сорокина. В бюджетах семей, где есть школьники, накануне нового учебного года появляются дополнительные расходы, связанные с подготовкой к школе и предстоящему обучению. Для Владислава это самая любимая пора. Ему нравится вместе с родителями делать покупки. Все выбирают, папа и мама, и я. Ну, ручки я всегда выберу. А ранец? Ранец – это что такое? Ну, портфель, рюкзак. Я выбираю сам, какой мне нравится. Опытные родители делят закупочную кампанию на несколько этапов, заранее приобретая, например, канцелярские принадлежности и школьный рюкзак. А ближе к осени покупают одежду и обувь, из которой так быстро вырастают дети. Владельцы муравленковских магазинов уверены, что смогут удовлетворить запросы среднестатистического покупателя. Чтобы собрать к школе первоклассника, целесообразно изучить список, в который входят предметы школьной одежды, обуви и канцтоваров. Для удобства у Светланы, продавца, такой список имеется. На какую сумму должен рассчитывать родитель, идя в магазин? Ну вот если, допустим, собрать первоклассника, то от 1500 где-то до 5000. Там уже, значит, кто как хочет собрать ребенка по возможности. Потому что есть и дешевая у нас бумага, есть дорогая. Вот. Также и пенальчики, портфельчики. Итак, необходимые канцтовары обойдутся родителям в 1500-2000. Стоимость ранца от 2,5 до 5 с лишним. Форма, в комплект которой входят брюки-жилет и пиджак с рубашкой для мальчиков и сарафан или юбка и жакет с блузкой для девочки, стоит от 3-3,5 тысяч. При этом необходимо учитывать и комплект на смену. Стоимость обуви колеблется от 1200 до 3000 рублей. Также необходимо приобрести спортивную форму. В среднем она обойдется в 2000. Общую сумму подсчитать сложно, все зависит от размера кошелька родителей и их предпочтений. По нашим подсчетам, собрать первоклашку можно на 11 тысяч рублей. Татьяна Сорокина, Вадим Братчик. Новости нашего города. В эти дни у педагогов школ продолжается активная подготовка к ежегодному августовскому совещанию. Оно состоится 30 августа. На совещании будут рассматривать вопросы развития системы образования города в условиях реализации нового закона об образовании. Планируется, что участниками мероприятия станут около 250 человек. Педагоги, представители администрации города, управления образования, администрация образовательных учреждений и родительской общественности. На совещании обсудят приоритетные вопросы государственной политики в сфере образования страны, региона, города. С перечнем документов для обсуждения можно познакомиться на сайте управления образования. Формат, который мы обсуждаем, он сейчас уже становится традиционен и понятен нашим педагогам, поскольку обязательные установочные доклады или сообщения в первой пленарной части, и вторая часть предполагает более активную форму, когда уже можно будет, исходя из таких векторов развития, определенных уже на педагогическом совещании, понимать, а как же в школе и каждому педагогу двигаться в этом направлении. Обеспечивать безопасность объектов нефтедобычи «Газпромнефть Муравленко» и сотрудников предприятия будет настоящий полковник. 22 июля на должность заместителя генерального директора по безопасности назначен Сергей Лукьянов, в свое время отработавший почти 30 лет в органах государственной безопасности. С новым руководителем встретился Эрнест Бавшин.
Сергей Лукьянов родился в Чечено-Ингушской АССР в нефтяном поселке. Так как являлся нефтяником в третьем поколении, его деды и родители работали в нефтяной промышленности, то выбор профессии был предопределен. После окончания школы поступил в Грозненский нефтегазовый институт на отделение технологии и комплексной механизации разработки нефтяных и газовых месторождений. После окончания вуза по распределению попал на работу в Удмуртию, где проработал 3 года на нефтяных месторождениях, руководителем цеха подземного и капитального ремонта скважин. В это время началось бурное освоение северных территорий, и Сергей Лукьянов приехал на север. Через год его призвали на службу в Комитет госбезопасности, где он прослужил 30 лет, дослужившись до звания полковника, заместителя начальника регионального управления ФСБ России по Тюменской области. 30 лет я отслужил, закончив службу. Я решил все равно вернуться в профессию. Ну, уж не совсем по профилю, но зато с полным профилем и нефтяного, и вопросов обеспечения безопасности у меня есть. Так что база у меня есть, необходимо теперь осталось только себя правильно и хорошо реализовать. Основной приоритет в работе службы безопасности предприятия – обеспечение этой самой безопасности на всех уровнях – охрана объектов нефтедобычи, защита информации и благополучия сотрудников. Работа службы четко регламентирована корпоративным центром и законом. Поэтому, говорит Сергей Лукьянов, в своей деятельности он будет руководствоваться этими нормативными документами. Главное, чтобы сотрудники и в какой-то степени все жители города чувствовали себя в безопасности. Ну, профессиональные качества, наверное, любого руководителя – это уметь правильно организовать работу, определить приоритеты в работе и суметь организовать коллектив на их достижения. Но у меня опыт, я считаю, большой руководящей работы. Я практически 21 год работаю руководителем. Начал от самого маленького звена и кончая первым заместителем начальника регионального управления по Тюменской области. Поэтому думаю, что смогу выделить главное в работе и нацелить коллектив. О коллективе Сергей Лукьянов отзывается положительно. Отметил, что много молодежи, которая недавно пришла на работу, и с ними интересно и приятно работать. Эрнест Бавшин, Вадим Братчик, новости нашего города. В 2014 году россияне в общей сложности отдохнут 118 дней. Об этом сообщает портал Superjob. Так, в следующем году новогодние каникулы продлятся чуть больше недели, с 1 по 8 января. Оба гендерных праздника – День защитника Отечества и Международный женский день – выпадают на выходные. Однако на 8 марта мы будем отдыхать 3 дня с 8 по 10, а на 23 февраля только 2 – 22 и 23. Дачный сезон в мае россияне откроют по обычному графику. Сначала отдохнут 4 дня подряд с 1 по 4, потом еще 3 – с 9 по 11 мая. Еще по 4 выходных дня нас ждут в июне и в ноябре. День России будем отмечать с 12 по 15, а День народного единства с 1 по 4 ноября. Сегодня православные отмечают праздник происхождения изнесения честных древ животворящего креста Господня. В этот день в храмах по всей стране выносят крест для того, чтобы любой желающий мог ему поклониться. До или после праздничной литургии проводится малое освящение воды и меда. Ведь по народному календарю сегодня еще и медовый спас. Его также называют маковый, лакомка или первый, потому что впереди еще 2 спаса – яблочный и ореховый. Сегодня прихожан храма Преображения Господня ждала приятная встреча. По благословению владыки Николая и епископа Салехардского и Ново-Уренгойского в помощь настоятелю храма отцу Алексию назначен батюшка Стефан. Совсем недавно он прибыл в Муравленко с Украины. Еще не успел я со многими познакомиться, но, вы знаете, так на подсознательном уровне чувствуется тепло человеческих сердец. И я надеюсь, что мое служение здесь будет полезным, и я смогу принести пользу и этому городу, этим людям, и своей душе. Медовый спас – первый из 3 спасов, который верующие отмечают в августе. В храмах по всей стране сегодня освящают воду и мед. В народе говорят, что с этого дня у пчеловодов завершается медосбор. Но история этого праздника имеет и другие корни. 1025 лет тому назад святой благоверный князь Владимир совершил крещение Руси в Днепровских водах. Согласно преданию, именно
начала Успенского поста, в день изнесения честных древ, совершено было крещение Руси. И мы с вами есть преемниками той веры святого князя Владимира. Сегодняшний день ознаменован еще одним православным праздником – началом Успенского поста. Пост, он небольшой, его продолжительность всего 2 недели, и поэтому, я думаю, каждый христианин, который любит Божью Матерь, он будет этот пост поститься, потому что пост этот успенский, на честь Успения Божьей Матери. Я желаю всем, чтобы этот пост был полезным для души и тела, и чтобы мы с вами этим постом себя приблизили к празднику Успения Божьей Матери. В жизни христианина это период духовного возрождения, когда необходимо сосредоточиться на высшем и сконцентрировать свое внимание на чтении духовной литературы. Татьяна Сорокина, Вадим Братчик. Новости нашего города. И это все, что мы успели рассказать вам сегодня. Прогноз погоды на завтра через несколько секунд. Я желаю всего доброго и до встречи. Когда есть надежный ориентир, путь становится проще. Когда знаешь, что ты не один, дорога кажется короче. На любой АЗС «Газпромнефть» по всей России вы найдете качественный бензин и качественный сервис, чтобы двигаться дальше с новым запасом сил. Сеть АЗС «Газпромнефть» – надежный ориентир. августа в Салехарде плюс 20, ветер юго-западный до 3 метров в секунду. В Ноябрьске 18 градусов тепла, северо-западный ветер до 5 метров в секунду. В Муравленко 15 августа плюс 18, ветер северо-западный до 4 метров в секунду.